Вот это фьорд. Некоторые говорят, что называется тролль-фьорд. Некоторые говорят, что это Тенгельфьорд. Ну, там позади меня деревня Тенгельфьорд. Очень узкий фьорд. Ну, вот это протока. То есть фьорд — это то, что вдается в сушу. А это прям вот между двумя островами вот такая протока. То есть вот на той стороне это другой остров уже. Я нахожусь на одном острове, а здесь метров 300, наверное. Но зато глубоко. Потому что здесь проходят лайнеры, которые катают туристов. Большие, огромные лайнеры. Они вот здесь проходят. Под мостом, там дальше мост. Вот смотрите, каждый столб закрыт вот такой чашечкой. Электрический столб имеется в виду. А эти столбы, они все цилиндрованные. Не очень хорошо, конечно, это вот так вот сделано. Дороги узкие. Вот видите, полторы полосы тут еле-еле прям впритык машины расходятся. Машин здесь мало, эта дорога не основная, поэтому так хватает. Виды здесь вот такие вот прикольные. Хорошее место вот здесь. Здесь, конечно, площадочку бы сделали. Может, и сделают, кстати. Норвежцы такие, они любое интересное место оборудуют. Еще и подпишут, что вот здесь вот эта гора, здесь вот эта гора.